Не, 15к ты мне дал за джиггернаута. Я взял джиггернаута, сейчас будем ебать. Так, а что мы покупаем? Тапочек, радианс, правильно? Тапочек, молния, радианс. Тапочек, молния, радианс. Потом этернал, дагер. Как-то так. Без тапочка идем до конца. Не, если так работает, то надо бы брать. Я просто, блядь, настолько в тильте был, что не подумал об этом. Сразу радианс брать? Мне, в принципе, похуй. Я с радиком просто пойду в лес и все. Нахуй мне стоять на линии. Не, подожди, блядь, мне молнии брать или нет? Вы можете мне сказать, молнии брать или нихуя? Молнии же пиздец ебашут. Блядь, а никто, сука, не подскажет, блядь. Все сидят, молчат, нахуй. Это заебал, блядь, придурок, нахуй. Бля, сразу радианс, типа, без фотов пиздец тяжело зафармить так-то. Давай пробав. А, у меня есть, есть. Блядь, ну ебанский, конечно, билд вы мне, сука, посоветовали. Это просто я ебал, блядь. Это просто я ебал, блядь. Блядь, без молнии вообще нереально фармить. Алла, ебанат. Покупаешь радик. Каяш или зериал? Кая. Как там называется? Кая. А, вот это хуй-то. Блядь, ну ты без молнии, типа, хуёво фармишь, понимаешь ты это или нет? Вот мне насоветовали этот билд, блядь, а он вообще не фармится нихуя. И чё, они меня сейчас атаковать, что ли, будут? Да иди нахуй, блядь. А-а-а-а! Иди нахуй! Уроды, блядь. Головача так просто не возьмешь. А с этим билдом вообще кто-то побеждал когда-либо вообще, блядь? Это ж пиздец, параша какая-то. Я ебал, как он долго, блядь, бьет лесных крипов. Это просто пиздец, блядь. Он вообще, блядь, его максил, нахуй. Такое ощущение... А, нормально, третий. Уже третий, заебись. Такое ощущение, что, блядь, пробаф с этого говна вообще ноль. Не, ну, я бы не советую такой билд. То есть в нем не хватает явно молний. Потому что, блядь, ты очень долго бьешь лесных крипов. Прям очень долго. Без молнии это кусок говна, блядь, какой-то. Я, конечно, посмотрю, насколько потом это камбэкнет меня. Может быть, я реально потом... С радиансом начну как ёбнутый фармить, но пока что этот билд мне не нравится. Он медленный, пиздец. Ной. АТП нету, блядь. Блядь, брат, иди нахуй. Иди нахуй, блядь! Съебался, прикинь. Так, ну вот у меня только сейчас начинается игра, ребят. Только вот прям сейчас начинается. Так, все зафармлено. Здесь все зафармлено, твари, блядь. А кто зафармил? Блядь, иди нахуй, чел, просто. Вы что, ебанаты, что ли, блядь? Не, там вся команда стрим-снайперов, понимаешь? Вот как мне стримить, нахуй, Доту 2, блядь? Просто ты сидишь, блядь, один баран подошел, блядь, возле меня бегает, второй, блядь, ну просто вот здесь, сейчас на этом стриме, в данный момент, ну, 3 или 4 стрим-снайпера, это точно, блядь, это точно, понимаешь? Ебанаты, блядь, что делать нечего, что ли, блядь? Не, это билд хуйня, ребят, ну я вам серьезно говорю, это билд полная хуйня. Блять, я знал эту хуйню. Я знал, блять, я знал, сука. Я знал, блять. Не, это просто полная параша, блять. Ты максимально бесполезный с этим ебучим радиансом. Типа, кто вообще это придумал, этот билд? То есть, блядь, понимаешь, я на обычном джаггернауте, я бы сейчас бегал с мантой, блядь, с шардом, я просто бегал бы и ебал. И с молнией. Здесь я просто бесполезный. И я не знаю,
через сколько я вообще буду полезный. Ну, в ближайшее время точно не буду полезный. Пока нету даггера, блядь, нету шарда, я просто нихуя не могу сделать. Смысл от этого билда, хуй знает. Поэтому я только его за деньги собрал. Без денег я бы его хуй бы взял, этот билд. Ну, типа, человек, который придумал этот билд, он явно не особо шарит, как вообще играть на Джиггернауте. Это 100%. Билд хуйня. Блять, только пачка подходит, уже кто-то полетел хуярить ее. Блять, просто вообще нету фарма. Просто не трогайте крипов, пожалуйста, везде. Вообще, на всей карте, блять, оставьте мне. Давай. Давай, брат, давай. Я не знаю, блядь, что это за билд. Какой, блядь, чел этот придумал. Но это просто дерьмо, я ебал, блядь. Кто у нас мидер вообще? Кто, блядь, стоял мид? Вот этот вот чел? Не, это хуйня, блядь. Я, конечно, за 15 тысяч я сыграю на этом. Но, блядь, в обычном ММ я бы это никогда в жизни не собрал. Это просто, это настолько слабо, блядь, что я ебал. Это невозможно играть, блядь. Блять, суки нахуй, еще сидят на стриме, блять. Уроды ебаные, блять, ну пизда вам нахуй. Просто пизда, блять, я сейчас буду так потеть нахуй. Я вам потипаю, блять, суки ебаные, блять, стрим-снайперы понючие, блять. Уроды, блять. Просто уроды, блять, не дают поиграть нормально нахуй в доту, блять. Долбоебы, блять. Один, блять, билд какой-то мне хуеты, блять, посоветовал. Другие, блять, стрим-снайпят. Вы что, ебанаты нахуй, что ли? Уроды, блять. Еби его нахуй. А, ну он БКБ нажал и ушел. В принципе, это классика. У нас вся команда хуярит магии, блядь. А у них просто БКБ и все. И мы ничего не можем сделать. Потому что билд, блядь, говна ебаного, блядь. Обосранный, блядь. Наверх, дума. Помогать. А где моя команда, блядь? Где этот вообще чел с мида, блядь, который всю игру там, блядь, фармил, хуярил крипов, блядь? Ты вообще играть будешь в Dota 2 или нет? Чё за баранов, блядь, кинуло мне, нахуй, в тиму? Ну, вы понимаете, что... Вот как я буду убивать Пуджа? Вот вы мне сказали, вот собирай этот билд. Там Пудж, блядь, у которого иммунитет к магии, блядь, плюс у него, нахуй, 1000 хп, блядь. Миллионы тысяч хп, блядь. Как я его должен убить, блядь, магией? Просто, не понимаете, это было бы еще охуеннее, если бы там антимаг был, блядь. Просто я понимаю, там долбоебы стрим-снайперы, и они знают, кого я буду брать. То есть они знали, вот этот Пудж, он знал, что я буду брать, блядь, этого магического ебаного джиггернаута. Потому что он со стрима, нахуй. Он сидит на стриме, он такой, так, 15 тысяч задонатили, сейчас он возьмет, блядь, этого магическую парашу, блядь. Берет Пуджа, блядь, и я ничем не делаю. Я просто не могу пробить. Потому что у нее иммунитет к магии, блядь, а у меня магия, нахуй. Охуенно? Охуенно. А второй чел берет Дума, блядь, которого я тоже не пробью, скорее всего. Охуенно? Охуенно. И как побеждать? Не, я больше челленджа не принимаю, в пизду. Потому что на стриме это нереально. Типа, блядь, тебе советуют какую-то хуету, а там челы против этой хуеты собираются, блядь. И это нереально победить. Ну, типа, совершенно случайно там кэрри пуч, понимаешь? Совершенно, блядь! Совершенно, блядь, случайно! Совершенно случайно кэрри пуч. Угу, понял. В тот момент, когда мне донатят за магического джиггернаута 15 тысяч.
Урод ебаный. Блять, просто настолько ебаные твари нахуй, блять. Просто нахуй ненавижу, блять. Долбоебы, блять. Школьники вонючие, блять. Сидят, стрим снайпят, больше делать нехуя, блять. Лучше бы, сука, уроки сделал, блять. С него аскайди я не могу покупать. Потому что у меня какая-то магическая хуета, блять. Смотри, идет навар, сейчас я вот здесь выебу. Да пошли вы нахуй, блядь, с своими ебаными челленджами, блядь, иди в пизду нахуй, блядь. Ебланы, блядь, просто. Не работает это, понимаешь, это не работает твои челленджи на стриме, блядь. Потому что ты сидишь, у тебя каждая катка 4 или 5 долбоеба нахуй со стрима, блядь. Против тебя играют, блядь. А этот вообще чел будет играть? Я не понимаю, нахуй он взял, блядь, мид эту хуету, если он ее вообще никак реализовать не может. Там СФ просто идет, ебальники ломает, блядь, у него нахуй, блядь, бесполезно. Я вообще не видел его ни разу, блядь. Не, все, никаких челленджей, пизду ваши, блядь. Байты, блядь, на парашу эту ебаную. Спасибо. Охуенный герой, блядь. Просто охуительный. А этот, блядь, даже стан не может нажать. Долбоебы, блядь. Не, нахуй, ребят, спасибо, но ваши челленджи мне не нужны, блядь. Потому что вы напридумываете там какую-то параши, там где-то увидели, блядь, какого-то клоуна, блядь, какой-то хуеты, блядь. Потом, а давай так, блядь, но это не работает. Вот, я показал, этот билд, это просто худшее говно, которое вообще можно придумать. Просто билд, худшее говно, блядь. На обычном джиггернауте я бы их выеб. Просто выеб. На этой параше я ничего сделать не могу, блядь. Потому что это говно, блядь. Я ебал в рот, блядь, этот билд. В жопу себе запихни, блядь, этот магического джиггернаута, блядь. Просто в жопу, нахуй, запихни, блядь, себе. Говно это ебаное, блядь. Просто дерьмо, блядь, ебаное. Бесполезное, нахуй. Типа, понимаешь, ты всю игру покупаешь предметы, которые контрятся одной кнопкой. То есть файт проходит буквально 5 секунд. Ну, типа, файт проходит 5 секунд. И все эти 5 секунд ты бесполезны, потому что там БКБ. А кто будет бить? Кто, блядь? Они подрались, блядь, нажали БКБ. Отошли, блядь, на свою территорию. Чё, ты пойдешь за ними, что ли? Ну, иди попробуй, ёбни их там. Какой-то парашина придумывают, блядь. Чё, Леона можешь мне взять этого, нахуй? Через Аганим, блядь, в мид. Лесу дрочит. Я еле его убил. Просто настолько охуительный билд, что я просто еле убил пуджа, блядь, четверку. Ебать, блядь. Спасибо, пацаны, за совет. За билд охуительный, спасибо. Бэкнуться, прийти отъебать их. Рошана забрать. Блять, хилься, братик, хилься. Вот хули ты стоишь-то, блядь, кнопки нажимай свои, блядь, по КД. Ну, первый, второй, бам-бам-бам, блядь. Хули ты стоишь, дрочишь, блядь. Уходите. Не, понимаете, тут нету вообще, блядь, билдов просто. Тут нету билдов нормальных. Ты, во-первых, я объясняю, смотри, минусы этого билда. Во-первых, тебе приходится фармить радианс. Чтобы быстро фармить, тебе нужен радианс. Понимаете? А, в обычном билде ты покупаешь молнию, и ты уже неплохо справляешься с лесом. Ты можешь нормально фармить лес. Здесь ты, блядь, в два раза больше тратишь время, чтобы купить себе предмет. То есть ты в это все время бесполезный. Дальше идем. Ты покупаешь радианс.
Например, против тебя какая-то Тракса или какой-то Сайленс. Ты уже бесполезный, пока у тебя нету манты. А ты ее здесь вообще не покупаешь. То есть у тебя нету манты. Если любой файт начинается, тебе кидают Сава, ты сдох, блядь. Типа, это просто, это кусок говна билд. Вообще он, типа, не работает нихуя, блядь. Просто вообще нихуя не работает. Идем дальше. Ты собираешь Этернал, собираешь Радианс. К этому времени у всех появляется БКБ. То есть ты уже, блядь, бесполезный. Когда вообще ты им будешь убивать? Ну, если ты против каких-то долбоёбов попался там, и они, типа, не знают, что покупать, ну, может быть, это сработает. Ну, блядь, любой, нахуй, адекватный человек просто законтрит это все БКБшкой. Он увидит, что там долбоёб покупает магические бесполезные шмотки, он возьмет БКБ и все, и ты, блядь, кусок говна становишься с этим билдом. Автоматически. Тебя всю команду отпиздит, пока ты, блядь, будешь убегать и ждать, пока там БКБ закончится. То есть, ну, билд параша. Вообще, ноль. Ноль шансов на победу. Ноль. Против нубов сойдет, но против нормальных игроков это 100% не сработает. Поэтому... Вот твой магический, блядь, кусок говна. Стоило оно того? Я считаю, что нет. Я считаю, что точно нет. Шарт еще там, шарт. Блять, это не будет, что ли? Не забудьте, там Рошане еще шарт валяется, ребят. И трон падает. Кому-то надо дефать. Забери шарт, Рошане. Ладно, не пошло. Держи утешительный приз. 5000 рублей. Легенда, в скобочках Сисян. Вообще-то легенда просто. Спасибо большое. Ну, просто я не любитель, понимаешь? Вот есть люди, которым в кайф. Вот они, блядь, их... Просто, вот знаешь, как бы их хлебом не корми, блядь, дай вот им взять какую-то парашу и вот поиграть на, блядь, каком-то, не знаю, там, Вич-докторе в миду, блядь, или там какой-то Джакира в мид, блядь. Вот они любят этой хуйне там, понимаешь, копаться. Я не из тех. Я люблю брать сильных героев, которые, блядь, ну, типа, проверены временем, и на них играть стараться. То есть, нахуя брать слабого, если можно взять сильного героя? Вот я этого никогда не понимал. То есть, вот ты же не приходишь, допустим, смотри... То есть, ну, какой смысл искать сложный путь, если ты хочешь победить? Если ты зашел просто, как говорится, проебать свое время, то можешь брать все, что угодно. Но я захожу побеждать, поэтому цель немножко другая. И поэтому я беру только сильных персонажей, которые изначально сильны, и я в них уверен. Мне не нравится. А вот этой вот хуйней там заниматься, Леон в мид, там, блядь, Джакира в мид, блядь, там, какой-то, блядь, магический Джаггернаут, ну, это вообще не мое, это просто, у меня это, я вот сейчас играю, мне просто, ну, отвращение от этих всех билдов, блядь, мне не хочется даже играть на этом говне, блядь, понимаете? Ну, вард поставьте, сейчас СС взорвет и все. Там уже, наверное, делать нехуя. Всем пизда. Ладно. Вот и смотри, вот я набрал 3 предмета. По факту, а что еще здесь берут на этот слот? Какие еще слоты надо взять? У меня же еще 2 слота по факту. Я сапог могу продать и стики продать. То есть что вот дальше покупать? Нету больше магических. Какой-нибудь этот, как вот, Дагон, блядь, если только. Ну, есть только Дагон. Можно это все продать и нормальные шмотки купить? Тогда будет какой-то шанс еще на победу. Ну, вот это мне не нравится, я бы ее точно продал. Какая-то залупа ебаная, блядь. Помощь.
Давай, там без БКБСФ надо драться. Все, что ли? Засолка пошла? Засолка, что ли, пошла, блядь? Поймать, 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 поймать. Ебать. А как я это сделал? Нихуя себе билд? Не, слушай, блядь. А вроде и неплохо получается. Ха-ха-ха, блядь. Засолка пошла. Сейчас буду в него врываться, буду врываться. Не, отходи, брат, отходи. Слышь, сиськотряс, ты когда комменты в ТГ откроешь, сколько обещаешь уже? Или пиздобол? Открою, блядь, не уёб. Не, если хотите, я могу эту игру выиграть, просто я продаю вот эту хуету, ладно? Ну, типа, я не знаю, зачем она сесть нужда, блядь. Чё это за говно ёбаное, блядь? Кто вообще придумал её сюда? Давай я её продам, нахуй она нужна, блядь? И вместо нее какой-то башер возьму, блядь. Мне вообще не нравится этот, блядь, слоты эти ебаные, блядь. Что я набрал, нахуй? Дай продам, блядь, и еще потом этот Этернал продам. Это пиздец, как побеждать, блядь? Я просто понимаю, насколько это фри игра для меня, блядь. На Джиггернауте просто супер лейт. Просто выебал бы любого, блядь, на нормальном Джиггернауте с нормальными картами, блядь. А на этом говне я еще и проебу, скорее всего, это. Мне сказали, молнию не надо. Вот, блядь, видишь, вот молнию не взял. И я сказал, что она нужна, блядь. Это вы виноваты, получается. Ну кто, сука, писал, что молния не нужна? Она нужна, оказывается. Спасибо большое за 1000. Буду рефрешер покупать. Ну, пиздец, ты смотри, что мне советует, блядь, покупать Dota Plus. Ну типа, это вообще ёбнуться, блядь. Сапог нахуй какой-то на ускорение, блядь. Смотри. То есть Dota Plus, думаешь, я прям фул ебанат, блядь. Взял, типа, в пятерку этого, блядь, джиггернаута, и мне советуют, блядь, саппортовские предметы купить. Понимаете? Это ваш билд, блядь, вы бы советовали. Так, что он... Похуй на него вообще. Ой, блядь! Я хотел фейзы нажать. Идем, идем, брат, живи. Блядь, вся команда туда, нахуй. Вся команда туда, блядь. Как раз приходим, они все без БКБ будут. Ебать, засолка. Жесткая, блядь. Сейчас будет драка, ребят. Сейчас будет драка. Вы готовы? Бля, я бы отошел. Я без ульты. Давай отойдем, давай отойдем. Давай отойдем, давай отойдем. Все, минус дум, минус БКБ, ждем. Ждем здесь и заходим с меня крипами. Пизда, он обосрался, блядь. Просто хуйню сделал. Только что проебал себе игру. 14 секунд ульта, ребят, 14 секунд. Засолка пошла! Блять.